сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Мангистауской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий на территории города Актау проведен контрольный закуп наркотического средства героин весом 1,9 грамма у гражданина. Далее, 2 апреля 2021 года в 15:00 часов при проведении оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства в квартире задержан 66-летний гражданин, где в ходе обыска обнаружены и изъяты стеклянная банка с наркотическим средством героин весом 30 граммов, один бумажный сверток с наркотическим средством героин весом 2 грамма, пистолет марки ПМ 1 штука, патроны к пистолету 2 штуки, пистолет марки «Стражник» 1 штука, патроны к нему 9 штук, ножи кустарного производства 3 штуки, а также 4 штуки рыбоосетровых пород весом 5 килограммов, которые находились в холодильнике квартиры. Далее в строящемся доме у задержанного в микрорайоне Шыгыс-1 находился рабочий 60-летний гражданин Республики Узбекистан. При проведении обысковых мероприятий в доме были обнаружены и изъяты пистолет марки «Асалазер» 1 штука, патроны к нему 3 штуки, а также нож кустарного производства 1 штука. По результатам следственных действий задержанный водворен в изолятор временного содержания Управления полиции города Актау. В настоящее время иностранец помещен в приемник-распределитель. По данному уголовному делу назначена судебно-баллистическая экспертиза. Проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия. По которой я ехал буквально там 3 часа назад, на нее сел самолет. Сырдым. Сырдым. Айттым ба, братан, жарылады деп. Нас кого-то в доме прибили.
Господи, нельзя так говорить, но... Вот. Адам дейтін доғыр батырын жақта. Неше адам? Бір адам да жоғардан құлап кездестірмейсіздер ме? Не мұна? Звандағанға 10 мит болды. Әлі жоқ біне. Жүгіріп келдім 10 мит болды. Давай, давай. Жұмыстарым осы ма сендердің адам өлейін деп атырған жақта. А? Болама отыруға. Бола ма? Отырға бола ма? Бола ма? Отырға бола ма? Давай, Татьяна, тездеттің. Давай, давай, тездеттің, давай. Мен жүгіріп жетем қазір сендердің алдына. Мен жүгіріп жеттім мыналардың қасына. Я не могу. Родной, мама, в отцовке не опишешь, не катывались, а влада кисит. Капка-то влада кисит, не сломала. Андер, мать, там, где-то.